Максиму 7 лет, и в следующем году он идет в школу. Сегодня у него первое пробное путешествие в учебное заведение. Дорога дается непросто. У мальчика ДЦП, и ему сложно маневрировать в потоке школьников. Максим идет на урок. Урок добра. Такие с ноября этого года проводят активисты благотворительного инклюзивного проекта «Мы вместе». Уроки доброты нужны как особенным детям, так и обычным детям. Конечно, в большей степени они должны нужны обычным детям для того, чтобы они учились добру, толерантности, учились понимать не только своих друзей в классе, но и тех детишек, которых они видят меньше по жизни. Потому что особенно ребенок несет добро, несет улыбку, солнечный свет и учит обычного ребенка преодолевать трудности. Все дети ведут себя очень корректно и получают удовольствие от общения. Это 5 класс. У ребят как раз самый возраст, чтобы учиться толерантности и добру. Максим, к слову, прекрасный учитель, отзывчивый и трогательный. У меня вот ножки болят. Ну, у меня брат есть, Матвей. Маленький? Да, маленький. И я хожу на тросточках. Вот у меня тросточки. Ты в садик ходишь? Да, я хожу в садик, и я доброжелательна. На таких уроках дети общаются, знакомятся и задают интересующие их вопросы. Тему инвалидности не нужно замалчивать. Нужно просвещать детей, рассказывать, как дела обстоят на самом деле. Тогда не будет ни страха, ни негатива. Для нас такие проекты, посещение обычных школ, это очень важно. То есть Максиму самому это очень нравится, ему интересно, он хочет в обычную школу, то есть он тянется к здоровым деткам, к обычным деткам. И, конечно, ну, для меня как мамы это очень много эмоций потом получать от него, и сама я очень радуюсь, когда они общаются. Он отвечает на вопросы, которые ему задают, почему так случилось, но спокойно он общается, отвечает на такие вопросы сложные для меня самой, абсолютно спокойно. В этот класс Максим еще вернется. Организаторы проекта уверены, нужно давать детям возможность дружить и поддерживать общение. А в школу особенный ребенок пойдет на будущий год, пока его мама решает, массовое это будет учебное учреждение или специализированное, склоняется к первому варианту. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.